со мной вот дочка вышла, этот зять и муж. А мама моя пропала без вести в Мариуполе. Мы в Мариуполе после 2 марта не были. Мы только вот 1 мая нас посадили в автобус, и мы проехали по набережной от проходной до этого, до заправки. И мы, мы не видели город. Мы город не видели, потому что, ну как мы видели? Мы видели только издалека, просто все черное. Все черное, все дома. Мы видели разрушенные дома, которые просто вот так вот, как карточные коробочки все поскладывались. Это очень страшно. Наш цветущий красивый город превратили в груду мусора и головешки жженные. Я хочу донести свету, что 21 век, люди, ну разве можно? За что? За почему? Как прийти прийти к соседу, к родственнику, можно сказать, и вот такое вытворить? Как это вообще возможно? Какой надо быть головой это придумать? Вони не повинні там гнити заживо. Вони не повинні бути там заморені голодом і спрагою.